поддержки региональных программ, поддержки социальных и коммерческих организаций, в которых купили заявки 53 региона, соответственно, были отклонены 4 заявки, и 49 регионов были признаны победителями. Среди 49 регионов было распределено 600 миллионов рублей субсидий с федерального бюджета, которые будут направлены на предоставление субсидий, отбираемых на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций самих субъектов Российской Федерации. И условием участия в этом конкурсе было принятие регионами программы поддержки социально ориентированных НКО, где были подробно расписаны и предусмотрены основные мероприятия поддержки некоммерческой организации. Это имущественная поддержка, и налоговая поддержка, и предоставление субсидий как финансовая поддержка. И большое тоже место было уделено вопросам информационной поддержки, как раз для обеспечения формирования доверия к деятельности некоммерческой организации в регионах. Поэтому я думаю, что субъекты федерации с большим интересом они воспримут опыт проведения этого конкурса и вполне могут подобного рода конкурсы, отчетности НКО, в целом деятельности НКО реализовывать на местах и их проводить, мне кажется, очень интересная инициатива.